Всем привет, ребят! Ну что, продолжаем сегодня роли чары. Надо некоторым героям чары нормальные вытащить. Пару пиромагов неплохо было бы тоже вытащить на некоторых героев, поэтому сейчас будем, как обычно, трешивать. Что там у меня по коробочкам? Где мои коробки? Так, это у нас пятые сеты. ТУшка неплохо, баст ожива. Ну, ничего так. Так, это можно продать сразу же. Так. Не понял. Где мои любимые коробки? Вот они, поехали. Поехали, как обычно, сливать топовые чары. Но вариантов у нас нет. Надо все-таки докачать интересные чарки. Так, ну это фигня. Тамплиер не то. Так, пятерочка на атаку. 4-5. Тут у нас уже герои плюс-минус. Так, Сенна. Пусть лучше пока он будет. Поставим так. Поехали дальше. 4. Четвертый доспех. Ну, доспехи только пятые будем забирать. Так, пиромах нужен пятый. 4-5. Надо пятерка. Блин, ну четверки, конечно, круто падают. Но не то. Так, плюс одна клетка. Оу, есть, наконец-то. Так, отличненько. Так, что у меня тут? Бугимен на очереди. Рейки пока мы не будем ставить. Финку тоже придержим. Так. Сюда, в принципе, тоже этого не надо ставить. Смотрим дальше. Без ужаса. Малышник. Так, Бугимен, малышник. Можно и Одеру, но мы его так часто, думаю, все-таки Бугимена поставим. В первую очередь. Минотавр уже с этим. Так, нужно ниндзику какую-то пятерку тоже вломить. Ставим. Ставим пока сюда. Поехали дальше. Что-то пока печальненько, ничего такого, кроме пятого победного. Четвертый пиромах, не то.
просто не хотят пятерки практически падать. Вот опять четверка. Да. Не видать там пятых пермагов, опять четверка. Пятерка. Так, смотрим, что там у меня. Ниндзик, по-моему, был. Так, 16%. В принципе, можно было бы поставить. Ну ладно. Дрейк. Давайте Дрейку поставим ради интереса. Может, когда-то затестим. Так, пятерка. Тут пятерки, тут только нужны эти уже. Так, тут 4, 5. Опять четверочка. Блин, да дайте пятого уже пермаха. Сколько можно четверок уже сюда сыпать? Что не зарулит за самое, что не это. Просто жесть. О, есть еще один. Еще одна пятерка. Огонь. Просто огонь. Так. Тут у нас уже впереди все собрано. Так, Фрейк пока ждет. Бегу нафиг. Не надо, можно было бы, конечно, на Афинку. Но не хочу. Так. Вариант малышник. Малышник одержимый. Так, кто еще у нас такой интересный есть? Гаргулу влепить. Давайте варлоку поставим. Гаргул все равно подождет. Варлока можем на битве гильдий поюзать потом на максималке. Да, два топовых мы уже словили, конечно, блин. Хочется совсем другие. Вот опять пятерка. Нафиг не нужна. Четверочка. Давайте пермага поставим на горгулу. Будем юзать на древнем. Может, хоть что-то поможет. Просто жесть. Вот это так подперло нам. Так, смотрим. Тут пермах стоит. На Фрая Бигфута жалко, на Афинку есть. Так, стрелок 4-5. Медуза. Поставим на медузу. Ничего себе. Вот это так разошлись, ребята. Так, тут есть. Блин, поставлю сюда уже, пусть пятый будет.
Неплохо, неплохо. Это мне уже нравится, что пятерки начали падать нужные. Но хотелось бы намного больше. Так, хранитель леса. Тоже интересно, хочу потестировать. Так, смотрим, что там у меня. По героям поставим. Не, сюда лучше пусть будет так. Хранитель. Так, Валька как вариант. Дерево. Доспех. Давайте пробуем так, пусть побудет. Все равно пятый доспех вытащим, поменяем. Так, еще одна пятерочка. Так, ставим сюда. Надо будет на Тессу еще поставить такую же пятерку. Так, недомогание. Пятерки хоть под конец начали падать неплохо. Четвертый пиромах. Да, мне многоснову столько коробочек. Так, четверка не то. Четверка не то. Так, ну что, будет еще одна пятерка или нет? Да, неплохо было бы пятый доспех, пиромах, четверка. Передача. Говорю, передача, ускорялка, да? Можно, в принципе, одержимому вклеить как вариант. Пусть будет бешеным со своим встроенным берсом. Оу, доспех пятый. Так, ну пятый доспех тут вариант. У меня напрашивается больше всего это дерево. Да, вот это уже радует. Четверочка. Ну что, 13, дайте пятерку. Ну, радует то, что пиромаги здесь хотя бы падают. Четверки даже очень часто. У нас на русском сервере такого изобилия нет. В чарах. Так, опять четверка. К
раз 491 тысячу добили. О, отлично. Тесса. Где там наша Тесса? Ставим это на Тессу. Потом будем тестировать по локациях. Римочки на них поставим, все дела. Так, ну что, раз, два, три. И так вот, тамплиеры дали. Так, ну что, смотрим, что у нас получилось. Ну, в принципе, получилось довольно-таки неплохо. Пятерка, так, пиромах, четверка, один. Все остальные у нас уже с пятерками. Вот так вот. В принципе, неплохо. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики, все дела. Всем удачи, всем пока.